заказаны, приехали, завтра будут здесь, да, вот одна здесь, одна там, вот прямо по всему разу. Огромный, да? Да. Сверху промуха, а снизу попало. Стекло? Нет, нет, глухая. В текущем году в Пихемском районе в рамках национального проекта «Культура» начался капитальный ремонт сельского дома культуры. Реализация проекта началась еще в 2019 году. В структуры федеральной программы входят три проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Наш дом культуры был построен в 1967 году. Изначально вот такой масштабный, широкий такой капремонт не проводился. Это у нас начался у нас этот ремонт. В начале апреля. Так, срок сдачи ремонта у нас официально является 1 октября. Национальный проект «Культура» имеет две главные цели. Прежде всего, сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной. И вторая цель – это возможность раскрытия творческого потенциала местных жителей. Данный проект начали строить в начале апреля. По срокам должны окончить. До октября месяца должно окончить. На сегодняшний день в сельском доме культуры полностью установлены все окна, двери, утеплитель и новая кровля здания. Залиты полы, уже началась установка плит. Строительная готовность проекта составляет около 80%. Айсу Мангуш, Буяна Юн, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.